Так, друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, 24 июля. Покажу вам, как я готовлю себе еду на неделю. Вот, приготовим с вами плов и щи. В общем, то, что у меня было до этого, да, по крайней мере. Это рис у меня был, капуста, картофель. Это на щи пойдет. Вот, единственное, что только грудку купил куриную. Вот, так, морковь и лук взял, специю для плова взял. Все остальное есть. Поэтому, в принципе, вот так вот, можно сказать, бюджетно с вами приготовим. Так, набор продуктов для плова: грудка, лук, морковь, кулинарная смесь для плова, рис. Ну, там еще соль, куркума, но это вообще там по мелочи, это у меня все на кухне. Значит, рис обязательно берите вот такой вот мелкозернистый. То есть крупный рис лучше для плова не использовать. Вот, поэтому все, сейчас идем на кухню и начинаем готовить. Так, лук, морковь, значит, помыли, почистили и вот так вот порезали лук полукольцами, морковь брусочком. Теперь все это нам надо будет обжарить. Как только лук чуть-чуть подколеровался, добавляем грудку порезанную кубиком. Вот, разделываем грудку и филе режем кубиками и обжариваем. Так. А теперь добавляем приправу для плова, соль и можно чуть-чуть куркумы добавить. Так, все, теперь можем добавлять рис. Так, смотрите, добавили рис, заливаем все это вот так вот водой. Сейчас. И на медленном огне под закрытой крышкой до готовности, пока рис не впитает в себя воду, готовим. Так, для того, чтобы приготовить щи, картофель, вот так вот мелко режем, можно кубиком, можно бруском порезать, кому как нравится. Я порезал кубиком, вот. Вот так должно все получиться. Теперь лук и морковь нужно обжарить. Когда лук чуть-чуть подколируется уже, да, можно добавить томатную пасту и продолжать обжаривать. Так, положили картофель и варим где-то в течение 10-15 минут. Затем добавляем обжаренный лук и морковь и капусту порезанную и варим еще 15 минут. Так, друзья, смотрите, вот такой вот плов у меня получился, да, и вот такая вот, такие щи. Так, тихо, фух, камера аж запотела. Вот сейчас еще морс вам покажу, какой сварил. Смотрите, какой морс еще сварил, ну, компот точнее. Компот с яблоками и вишню замороженную, то, что были остатки, добавил туда. В общем, все, друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.